иностранец басков в балете «Пламя Парижа» — это, наверное, пожалуй, один из самых ярких моментов всего спектакля. Даже сейчас мурашки по коже бегут, потому что это безумная музыка, которая не может оставить равнодушным абсолютно никого. И этот танец, наверное, как самый основной призыв к свободе. К свободе людей, к свободе мышлений, к тому, чтобы люди не боялись быть открытыми, не боялись выражать свои мысли. И вот танец, мне кажется, наполнен именно вот этой безумным чувством свободы, действительно, который несет в себе все 5 персонажей, которые его танцуют. И те эмоции, которые в этот момент присутствуют на сцене, мне кажется, это как апофеоз всего балета. Конечно, потом есть ПДД, но танец басков — это когда вся толпа, все обычные люди объединяются вот именно в этом, в безумном танце, в безумной музыке. И это как единый, как взрыв вулкана происходит на сцене. В балете «Пламя Парижа» очень много всего. В нем есть любовь, есть ненависть, есть злость, есть отвага, есть бедные против богатых. Злость простого народа отражена в очень сильной хореографии. И образы Жанны и Филиппа настолько олицетворяют обычных людей, что зритель из-за них цепляется и им верит. И сложность, наверное, самой партии, да, в этом балете именно заставить зрителя пойти за тобой до конца, чтобы он поверил тебе, чтобы он встал на твою сторону. И потому что Филипп — это революционер. Он движет толпой, он ее заводит, и у него есть идея, которую он хочет нести в массы людей. И поэтому, мне кажется, для зрителя это очень важно, и им, мне кажется, очень нравится. Не хватает какого-то авантюризма.